Ребяточки, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Что-то сегодня такая погода сонная. Мы с вами целый день спим. Отсыпаемся после вчерашней классной вечеринки романтической с джазом. Да. А мы сейчас собираемся, знаете, куда? Мы собираемся посетить остров Голландия. Мы еще ни разу... Новая Голландия. Мы еще ни разу там не были за все время, когда мы здесь были. Ни в этот раз, ни в те предыдущие разы. Вот, поэтому хотим посетить остров Голландия. А вот, посмотреть, что там такого интересного. В общем, погулять. Честно, уже, знаете, музеи уже как-то немножечко поднадоели. Уже вся эта старина, конечно, поднадоела. Хочется немножечко что-то такого современного, более природы хочется. Короче, вот, погулять охота. Так что мы сейчас едем на остров Голландия посмотреть. Потому что мы неоднократно проплывали его, когда плавали на этих теплоходиках маленьких. А вот, и, соответственно, хотелось бы вот именно прокатиться. Посмотреть, что там такое внутри. Вот сейчас вызвали такси, оказывается, там можно добраться даже на такси. Сейчас едем на такси. Да? Что нам с Kia Sportage у нас сейчас будет? Возле Исакиевского. Лошади стоят. Пивную лапку нам поджимают. Устали они уже целыми днями стоять. Красиво, конечно. Прекрасно. Цвет какой машины красивый. Вишневый. Во, наконец-то. Новая Голландия. Да. Это вот интересное такое место. Сейчас будем проходить, смотреть. Ну, все как-то так проходят. Пойдем так же. Так, часы работы с 9 до 22. Вот. С 9 до 22, а выходные, я так понимаю, что до 23 они работают. Вот здесь как форт такой, да, посмотрим, да. Карта острова. Iceland Maps. Так, что у нас тут такое? Мы сейчас где зашли? А нету сейчас точки, где вы находитесь здесь? Где? Кузня. Кузня. Так, общество, информация. Я не понимаю, где мы. Сейчас. А, вот. Вход, получается. Вот. Да. Вход и вот, получается, дом 12. Еда, напитки. Я так понимаю, это как вот остров такой огражденный, да? Где можно погулять. Прикольно. Ну, пойдем. Пойдем смотреть. Можно, кстати, вот по кругу. Мы сейчас, получается, пошли вот вдоль аллеи, да. Слушай, а мы всегда проплывали, и что-то мне было интересно, что же тут такое. Потому что мы проплывали, и видно было только стены. И мне как-то казалось, что это какой-то как форт какой-то такой интересный. Огражденный. Смотри, вон, видишь, люди сидят. Да. Интересно. Там, ну что, это только типа пруд. Да. А вообще здесь получается как общественный парк. Там вон пруд и что-то еще. Так, здесь у нас что у нас? Мороженое, пирожное. Кстати, по кругу у нас получаются каналы. Вон, люди играют. Да, смотри, люди играют в этот... не лапта, как эта игра-то называется? С этими. Интересно. Так. А, питанг. Уведомите. А, питанг. Администрацию. Так, что занимает площадку. Ну, смотрите, а здесь даже туалет есть. Как-то вниз. Прикольно. Прикольно. Так, сходим посмотрим. Интересно. Фига себе. Вниз. Под воду. Такой прям более хороший. Чистый. Бумажка есть. Смотрите, девочки. Новая Голландия. Класс. Все новенькое, смотрите. Супер. Как здесь красиво вообще. Слушайте, хотя вот здесь вот на газонах написано типа не ходить, но все почему-то на газон. А вон там вот знак был. Вон. Там знак. Вон. Вот там нельзя. Видишь? Нет, там нельзя. Нет, а нет, здесь типа можно, да? Можно. Не знаю. Так. А здесь смотри, вон типа сцена какая-то. Как ты говорил, здесь что-то проходит, да, концерты? О, как здорово. Ну, а 10-го будет закрыто, типа, будет это, готовиться к проведению концерта. Скажите, пожалуйста, будет ли это такое?
Ой, слушай, как вообще здорово, смотри как. Ух ты. Да. Подожди, а здесь, может быть, есть какие-то маранчики или еще что-то такое, нет? Было. Все было. Вот здесь просто солнышко загорает. Ну, когда солнышко есть. Здорово. Смотри, вон глядя, детишки. Это не... В виде, видишь, корабля построенного. Да, только не до конца. Здорово. Здесь только рестораны и кафе, по сути. Хорошо, если ничего не сидит. Да, я хотела засесть. А мы, получается, где проплываем-то? Вон там, да? А-а-а. Ой, смотри, какой классный корабль тут. Там, чтобы дети могли поползать. Так, травяной сад. Да, чтобы растения чувствовали себя хорошо и радовали вас, лето просим соблюдать особые условия. Кузня. Слушай, а смотри, как здесь прикольно. Здесь соты, а в них маленькая такая галька. Здесь вот тут стрелишь. Да-да-да-да-да. Девочки, на каблуках сюда нельзя. Одевайтесь здесь попроще. И василек здесь как раз котируется. Слушай, какой красивый вообще сделали парк. Я даже не знала. Причем он весь этот парк огорожен водным водой. А это ресторан кузня, да? А я думала, что такое прям кузня-кузня. А здесь получается просто... В данном случае вот это вот все. Это как парк. Ну, как у нас. Прогулочный, да? А в заводе парк есть, Спормовский и прочее. Вот это то же самое. Слушай, ну он такой чистенький, прям вот за ним дать ухаживают очень хорошо. Ходят эти с метелками не тут. А форт еще какой. Вот такой. Там также какие-то эти находятся. Не, а изначально вот этот остров Голландия, что это такое было-то? Интересно. Что это такое? Новая Голландия. Как типа форт. Форт, да? Ну, он, видишь, огражден водой. Может вода. Быть. Ну, конечно, вода такая, что вот перекинул и забрался. Тогда как, знаете, вот, например, вот тот же самый Петропавловский. Это, судя по вот этому кирпичу, который мы не сделали. На что похож? Как форт. Типа. Что здесь было, это нужно искать. Вы искали, что тут было такое. Может, какие-то склады были, визи там, все. Я там не знаю. Ну, видишь, не ходить. Вон, я вижу тебя. Вон, видишь, не ходить. Ну, вообще. О, так пахнет вкусненьким чем-то. Мяском. Что-то так это... Запах хороший. Опять ветер с моря, тучи дул. Да-да-да. Ну, здесь это ресторанчики, я так понимаю. Да. А сейчас это, я так понимаю, просто прогулочная зона с кучей ресторанов. Да. По сути. Именно так. А, ну туалет, кстати, очень чистый, хорош. Окей, я проверила. Давай. Я все проверила. Может, типа, как, типа, фудмол. Фудмол? И все. А вот, кстати, видишь, люди заходят. Пойдем, да. Пойдем затем посмотрим. Тут типа фуд-корты. Вон, что на первом, бутылка. Втором, третьем, о, а внутри еще что-то? Фига себе. Обалдеть. Что только не сделали. Во, смотри, видишь, здесь получается вот рюмочная в бутылке, зита-гита. На втором, третьем этаже. Да. Новая Голландия. Экскурсии по острову. Военной тюрьмы. А, было построено в 1829 году. Архитектором Александром Егорычевым. Вот. Понятно. Это была тюрьма, получается. Так, а здесь получается расписание, да? Моя рабочее пространство. Вот. Кому интересно, давайте покажу сразу. Ой, ну здесь прям погулять. Рюмочная, пельмени, китайская кухня. Короче, дофига всяких ресторанов. Тоже все снимают. Пироги прям красивые. Прям внутрь. Пойдем.
Когда-то это была тюрьма, а теперь здесь кормят. Кормят, как в тюрьме, да. Да, в тюрьме сейчас макарони, туалет. Вот, ну что ж, да. Банкоматы. Вон, банкоматы. В Петропавловке, да, было бы прикольно. Там только такого нет. Ага. Вон здесь возьми с собой. А, что такое? А, это какой-то китайский ресторанчик. Кстати, подожди, вот цены посмотреть. Тофу с овощами, свинина. 450, рисовая лапша с креветками. Томатный суп с яйцом, кислый острый суп с курицей. Ну, в принципе, цены более-менее нормальные. Можно будет потом все зайти. Зита-гита тоже какой-то. И везде, кстати, видите, менюшки. Можно тоже посмотреть. Вот зита-гита, я так понимаю, это индийская. Самоса, фиш. Вот. Хорошо так отреставрировано все, прям еще сделано. Там, короче, цены более-менее адекватные. Да, а вот вы говорите, о чем вы еду снимаете. Ну вот, посмотрите, сколько еды. Везде еда. Вон, тоже какой-то. Это корейский, походу, да? Точно, корейский. Так, суши. Вот, кстати, цены, кому интересно. Роллы, рамен 420, рамен с креветками 490. Холодные напитки. Вино по бокалам. Да, мы еду везде найдем. Вот. Берешь и кушаешь. Может, там посидеть. Так все по кругу, да, идешь? Получается. Идем, идем по кругу. Можно второй этаж подняться. И на третий, соответственно. Так, рюмочная. В бутылке. Че, выйдем? Я так поняла, там куча-куча всяких разных ресторанчиков, да? Можно выйти и здесь покушать. Слушай, ну здесь прям дофига ресторанов. По внешнему кругу рестораны и внутреннему. Здесь проходят, наверное, какие-то концерты. Да. Вот кофе можно взять. Так я тебе говорю, вот только что проходили, да. Цены, кстати, нормальные. Ну, не дороже, чем у нас в отеле, скажем так. А что за там? Пахнет вкусно. Ну да. Напиться, наесться. И кайфовать. Пойдем еще погуляем по всему парку. Посмотрим. Да? Хочешь по кругу? Чем? Он говорит, была тюрьма. Домик. Харчевня. Харчевня, да. Вон, пойдем, да, это. Вот, гляди, где ты пропываешь? Вот здесь. Ага. Ой, это что такое? А это мусорки, что ли? Это мусорки. А-а-а. Разные. Слушай, вот, везде едят, везде жгут, можно сказать. Вон, видишь? Здесь, по-моему, заведений... Да-да-да-да-да. Я говорю, здесь заведений с едой больше, чем вот каких-то мест, где погулять. Так вот. Так что наш канал весьма актуален в данном вопросе. Потому что вопрос еды, он вечен. Потому что, как ни крути, все мы чем-то питаемся. Даже праной. О, как красиво. Сейчас отфоткнулись. Дай помешаем. А вот здесь, по-моему, да, ходят корабли-то? Вон. Желтый мост там и прочее. Не, ну прям чисто-чисто. Смотрите, как все натирают. Мой. Нет, здесь они не ходят. Здесь они... Вон там дальше они заворачивают. Все, за них заходят. Подожди-ка. Только вот на вот таких маленьких. Ну да, красиво. И тоже вот эти вот здания, смотрите, красивые. Вот. Кстати, а здесь еще выход, что ли? Да. Выезд. Выезд? Давай еще дальше выходим. Мы там еще не прошли. Ну вот там, где этот корабль-то был. Такой строящийся. Это здесь. Дождик, походу, начинается. Да. В Питере такая погода непредсказуемая. Вот реально. Знаете, вот она раз и меняется. Холодно. Ну, здесь водички, походу, можно налить. Раз и все. Ну, наверное. Вот здесь велики поставить можно.
стоянка для людей. Ага. Можно тут кататься, можно там. Мы вот здесь вот прошли, а там вот еще, вот там вот загнуть. Пойдем вон там, пройдем кружочек уже сразу и пойдем. Вон там. Там идет реставрация. Реставрация. Там вот, вот та часть вся закрыта. Что там за реставрация? Не знаю. Видишь, там все перекрыто. Собор. Там еще что-то было, но видишь, перекрыто. Реставрация идет. В карте глядеть. Не, ну, конечно, растительность здесь прям великолепная. Очень хорошо здесь ухаживают, прям вот. Любо-дорого поглядеть. Давай вот здесь обогнем. Он не хочет вон до тут дойти. Или это загородь просто вон там? Все? Что мне это нравится? Как сделано? Просто насыпано. Так же было, ничего, в утре убрали. Да. Ой, там неудобно ходить на каблуках. Ну так извините меня, это для прогулок, а не для каблуков. Для каблуков на других местах ходить. Людям это не в тень, я же сделал. Что в парке не на каблуках бегают. Да, блин, пить как это, знаешь? Да я вижу. Все, почистим. Есть чудо, что ли? Не, вот там же можно пройти. Чего там? А, или вот там. Ну вот так вот, давай, вон. Вон там же чего? Тоже есть что-то. Вон, люди, видишь, туда идут. Что там? Там вот давай туда сходим. И вот туда. Не, мне интересно, а вот здесь вот внутри тоже фудкорт, что ли? Тоже. Вот в этом здании. Прикинь. Вон там вход. Короче, здесь одна харчевня. Везде, да? А здесь цена. Кстати, красиво так сделано. Деревянная какая-то. Ну что, у нас так же были в автозаводском парке, тоже такая же деревянная цена. У нас, кстати, автозаводский парк не такой вот чистенький, скажем так. Вон люди прям по деревьям валяют. Смотри. Где, блин, срут, там и срут. Ой, ой, ой. Так что не надо спрашивать. Смотри, кусочками, видишь? Зелененький. Здесь вот есть кто едит, а у нас нет, мы и всем пользуем. Ну, вот да. И все, и в том числе и губернатор. Здесь город дороже, соответственно, здесь больше вваливают денег. Здесь иностранцы ходят. Да. Нужно сказать, какие мы купим. Товар лицом. Ну, тебе лавочка. Иди посиди. Пойдем. Сиди. Пошли, посидим. В темноте, правда. Кстати, вчера вот, знаете, катались на вот этом катамаране, или как это, теплоходе, вот. А достаточно светло было прям, даже ночью. В 3 часа вообще как утром было. Тут за ремонтные работы. Вот и работа, видишь, закрыт, да не попасть. Жалко. Не, ну здесь вот реально вот прогуляться, просто прогуляться. Ничего такого культурного здесь, скажем так, нету. Вот тоже небольшие такие аллеечки. Просто прогуляться. Кстати, знаете, что заметила? В Питере очень мало зелени. Вот особенно в таких, знаете, вот центральных районах очень мало зелени. И, знаете, вот дома стоят, вот стоят, стоят, стоят. Вот особенно в центральной части. И ни одной зеленушки, ни одного дерева. И вот встречаются вот такие, знаете, как вот островки, как вот эти парки, да? И вот там вот как раз вот люди гуляют. У нас же в городе, например, возле каждого дома насажены деревья. То есть даже вот на той же самой Покровке у нас полно этих деревьев. А здесь вот идешь, там вдоль каналов вообще деревьев нет, вообще. Ни травинки, деревушки какой-то. Вот. Везде как бы все асфальт, брусчатка, камни. Вот. Поэтому, наверное, вот люди и приезжают в такие вот парки. Здесь гуляют. Так, парень, этот. Лежачий полицейский, чтобы не гоняли. Ну да. Ну приятно, конечно, погулять. Я просто не знала, что здесь такое. Теперь знаю. Обычный парк. Да? Но когда мы, знаете, плавали, когда что-то Вован говорил, туда вообще не попасть, туда только с экскурсиями, там туда-сюда, я думала, здесь вообще как это, знаете, когда-то был как, не знаю, как закрытая какая-то тюрьма или еще что-то. Но тогда, как, знаете, вот Петропавловская крепость, вот туда не попасть. То есть просто так. Там действительно как бы, ну, мрачная достаточно такая вот территория.
А здесь, конечно, повеселее. Здесь и прям вот хорошо все сделано. Актовый зал. Да. Шелс. Ну и опять же, вернусь к вопросу, что всегда люди кушают. Кто-то кушает, кто-то жрет, кто-то еще там что-то. Понимаете? И смысл в том, что еда, она всегда будет актуальна. Вот так вот. Кофе быстро. Да. Давай еще поедем на старт. Да, пойдем поглядим. Вот получается, мы здесь были вот бутылки. Здесь вот она трехэтажная, и, соответственно, вот по кругу вот так вот идешь, это как маленький такой форт. Вот здесь вот, соответственно, у нас озерцо. Здесь вот можно постоять. Вот здесь, кстати, непонятно, пока здесь все еще закрыто. Вот здесь вот кораблик для малышей. Вот здесь вот просто пройтись. Вот. Ну, а здесь тоже вот дом 12. Так что вот. Ну, опять же повторюсь, это парк с огромным количеством ресторанов. Все. С фудкортом. Так вот. А я тут думала, а я тут, понимаешь, себе фантазировала, что почему ограждено водой, кого здесь, так сказать, содержали. Кстати, кто знает историю Новой Голландии, напишите. Вот, будет очень интересно. Вот такой вот у нас парк. Ребяточки прогулялись, посмотрели. Сами узнали теперь новое место. И вам рассказали, что вам это будет интересно. Достаточно большая территория, но в основном это, конечно, просто вот прогуляться и покушать. Все. Люди едят, будут есть. А, люди ели, едят и будут есть. И кто бы что ни говорил, вы всегда кушаете. Вот напишите, кстати, сколько раз в день вы кушаете. Вот сколько раз в день. Я уверена, один раз минимум каждый человек кушает. А те, кто не кушает, ну, это, наверное, там, знаете... про наеды, скажем так. Все, любим всех, целуем. Обязательно нас подписывайтесь. Будем изучать с вами другие места Санкт-Петербурга и других городов Вселенной. Все. Люблю, целую, увидимся. Пока-пока!